Мужская сборная Украины по водному поло с 6 харьковчанами в составе принимала национальную команду Турции в первом матче плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года. Начало поединка для хозяев получилось из разряда «хуже не придумаешь». Не сумев наладить командную игру, они пропустили в первом периоде 3 безответных гола. Во второй 8-минутке подопечные Валерия Завезённым включились в борьбу, однако к большому перерыву отставали на 2 мяча – 3-5. Было очень сильное волнение. Мы их не знали, не видели. Мы не представляли, что они будут такие, там, с таким плотным прессингом. Но потом чуть-чуть уже собрались, уже нашли такое типа противоядие. Что, в общем, сложный соперник, такой неудобный. Во второй половине поединка украинские ватерполисты выровняли игру, а в заключительном периоде дважды выходили вперед 7-6 и 8-7. За 2 минуты до финальной сирены турки во второй раз восстановили паритет, и в дальнейшем счет не изменился, ничья 8-8. Самым результативным игроком матча стал харьковский нападающий сборной Украины Никита Апостол, который оформил хет-трик. 2 мяча у хозяев забил Александр Дядюра, по одному разу отличились Владислав Бабаенко, Максим Радков и Денис Гусаков. В Харькове играем, полно людей. Спасибо большое, что пришли, поболели. Ну, уровень хороший. С турками еще поборемся. То, что сегодня была ничья, это ни о чем не говорит. Еще в будущем у нас будет ответный матч. И там им покажем. Мы обязаны пройти в Барселону. Это будет большой прорыв для украинского водного пола. Так что мы все приложим для этого, все усилия. Ответный матч ватерпольной сборной Турции и Украины сыграет 3 марта в Стамбуле.